чего, еще дать? Вот тебе булочку кушает, моя сладкая. Ты молодец какая. Вот ты молодец какая. Кормили? Да она всю съела. Ага. На, ребенок, еще тебе молока с булкой. Давай, может, молоко хоть попьешь? Можешь просто макать. Так я макала так вот. А вроде думал, может, попьет. Я водичкой тепленько разбавила. Целый день на улице, говорит. Целый сирота день. Бездомная. Сирота, говорит, бездомная. Целый день на улице. Ну а с этой штуки не уходит сейчас вот. Да. Там, оказывается, есть уголь. Я знаю, но потом будет. Когда сначала прожарить надо это, а потом. Иди вот уже прожарить, иди посмотри. Давай. А на свою булочку доесть должна еще. Это лучше более лучше помочить, если хотите ей там воду толкать. Не вода, это молоко. Она свою булочку доедает. Тогда воде можно ее помакать. Это вкуснее. Сейчас пойдем, пойдем. А, принеси яйцо из холодильника. Какого? А вот здесь, на первом этаже. Да, и, кстати, знаешь, Паша, очень... Ой, я, кстати, молоко возьму. Вкусное. Вот Сенька сейчас пьет молоко, оно знаешь, где стоит? Это вот, человеческое? Да. Крайний левый холодильник открываешь. Не человеческое, а коровье. И это с правой стороны на дверце стоит молоко, бутылка. Очень вкусное. Да, очень вкусное. Да, тогда из домашка попью. Так я уже попила и Сеньке налила. А и тот я внизу тоже? А в холодильнике в каком-то? О, вода, наконец-то. Так булка сухая была. Ага. Течет. Ну все, говорит, размочили. Ну там молочко, надо дать булочку. Ты дайте булочку-то. Нашла кусочек булочки недоеденный. Не даете ребенку есть совсем. Крошками питается. С асфальта. Реально крошками с асфальта. Сень, на, Сень. Нет, там ее крошка. Крошка. Мокрая, говорит, мокрая, не хочет. Не хочу мокрая. Сейчас, говорит, не то, зубы вязнут. Он Йохан к нам пришел. Он сено ест. На. А в молоке? Нет, говорит, не хочу в молоке. Все? Все твое. Ой, нет, ты ко мне знаешь, что ко мне лазить нельзя. Я с медведями, с лазающими не играю. Это вон эти пришли. Тоже за булкой, да, пришли? Да, они за булкой пришли. Они же тоже хотят булочки. Нет, 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 в холодильнике не вареное яйцо. Все, булка, ее добыча. Именно сухая булка. Сенька, тебе каши такие готовят? Супер. А ты булку ешь. Да, булка вкуснее. Изгаляются. Не, булка полезна, пускай ест. Там дрожжи, это медведь. Целиком съедает булку. Нет, что самое интересное, она жует же ее. Жует, жует. Да, все правильно. Даже слышу, как желток дрожит. Давай вот сюда. Она холодная. Я знаю. Там бойся, мам, холодное яйцо. Не хочет. Ну, потом съест. Не, яйца она любит. Она любит это все дело. Вон нос, смотри, тянет. Вон тянет нос. Так там, конечно, как быть надища. На. Ну, куда это выбросить? В огонь? Иду, иду. На, чук-чук.
На, и ты, что ли? На, пока даю, ешь. Ты давай, 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 не давай. Не нравится, ведь мокрая. Сейчас понравится, давай. Она не поняла. Поймешь, давай. Лижет. Вот это. На, твоя булка. Грязная, невкусная булка. Да, вот так. И не надо на меня здесь лапами опираться. Не люблю. На. На 3 дня уезжала, морда стала больше. Про этого. Все? Че, мокрую булку не хочешь? Бля, не хочу. Не, она сейчас будет доедать свою. Это же ее кусок, конечно. Так, так. На. На еще. Все, Сенька спит. А, слышно? Доски. Да, иду, иду. Уголь надо уже там. Невкусно, с молоком выплюнула. Выплюнула с молоком, реально выплюнула. Что? С молоком выплюнула, а стала есть без молока. Обалдеть. Ну, в тот раз только с молоком у меня ела. А ты что, с молоком готов съесть? Ты что, обалдела, что ли?